Ciao a tutti dall'Italia. In questo momento il mondo intero deve unirsi nella lotta contro il virus. Senza dubbio lo sconfiggeremo. Tu أكثر من جمعتين مليانة ما خرجش من الدار. خاطر نعرف اللي هذه الطريقة الوحيدة اللي نجمو نغلبو بها الفيروس. Слова поддержки и призывы остаться дома звучат на разных языках. Это видео вместе создали иностранные студенты и преподаватели Владимирского госуниверситета. Сейчас они находятся на самоизоляции у себя дома или в общежитии. Сохраняют спокойствие и говорят всему миру: берегите свое здоровье. Ведь коронавирус можно победить общими усилиями. Длительность видео почти 3 минуты. Автор и режиссер, директор Центра международного образования Екатерина Вахрамеева. Сама тоже присоединилась к записи вместе со своим ребенком. В это непростое время очень важно выдержать карантин и остаться дома. Любой экономический кризис мы сможем преодолеть, если мы будем здоровы и наши близкие будут живы. Я вас всех прошу. Побудьте дома. Надо быть дома. Екатерина рассказала, что попросила студентов из разных стран, которые учатся во Владимире, записать видео самостоятельно и прислать ей. Готовый ролик смонтировала очень быстро. Студенты отреагировали очень хорошо, они проявили большой интерес. Мы буквально за 2 суток записали все видео, точнее, сами студенты его записали, поскольку были даны краткие инструкции, например, не снимать против света, и чтобы по максимуму это было все-таки не селфи, а какой-то кто-то друг друга снимал. И ребята говорили на своих родных языках, потому что выслали нам уже непосредственно правильный перевод того, что они сказали. Видео уже набирает просмотры в соцсетях. Его главная задача – охватить пользователей по всему миру и вселить надежду. Сами студенты пока на вынужденных каникулах, потом продолжат обучаться дистанционно.